Всем заглянувшим, сегодня у нас с вами распаковка. Распаковка не простая, а с бенобеном долетая. О! Смотрите, что это у нас тут пришло на обзорчик. Так, их карточка. Это же новинки! Ей! Девочки, не могу. Я как открыла пакет, аж упала. Это же жир! В общем, их 8 штучек. Вот это вот новая их линейка. Вы посмотрите, какие милашки. Вот мне особенно понравилось вот это. Потом с котиком прикольное. И это с единорогом. Ну, милашество же не могу. О боже. Оно так быстро дошло. Я даже с ними списаться не успела насчет прошлого обзора. Они мне сразу бамсы эти выслали. Ой, не могу! Сейчас. Все, короче, раскрою, расчехлю, расчленю. И будем с вами шопать. Так, девчули, все порасчехлила, порасчленила. Это вам, чтобы смотреть, какие у них коробочки. Коробочки, конечно же, выкидывать я не буду. Ибо слишком уж они миленькие. Кстати, с другой стороны у них появился свой логотипчик. Да-да. Бенг-бенг. На-на-на-на-на. Так, ладно. Так, еще также штампик у нас будет. Их. Так, ладно, давайте, в общем, щупать. Начнем с красного. Бо. У нас тут цветы бабочки. И красный точно работает. По крайней мере, он нам не закосячит ничего. Такс. Ой, не могу, я сейчас пока расчленила эти все оберточки. Такое все милашечное, ой, ой. Дай бог, чтоб нам еще мундятина не закосячила весь обзор. То знаю я ее. Я уже давно ничего с нее не разбавляла. Напса. Не, она, конечно, да, хорошая, концентрированная, но, блин, она сама за собой не ухаживает. О, какая гравировка, мокрый рисунок. А ну, видно сейчас, нет? Сейчас тяжело поднимать, потому что у нас это все съедет. Я вам под последние пластиночки уже покажу. Очумительная гравировка, тут прямо нормально надо подливать. Ох, ой, блин, это шикарно, очень классные рисунки, я прямо не могу, я даже не знаю, за что схватиться. Две мундятских кисточки на один рисунок идет, заметили? И причем все они идут в рисунок. На скрипке ничего не остается. Ну, у меня еще, конечно, свой тут глаз-алмаз. Я лишнего-то и не лью. В принципе. Так. Опсь. Офигенски. О, боже. Вы видите, что они мокрые? Блин, нет, наверное. Как бы сейчас у нас все не... Во! Как блестит. Такая глубокая гравировка. Очуметь просто не встать. Так, ну давайте еще какой-нибудь вот с бабочками. А, нет, давайте вот это тонкие линии какие-то попробуем. Ну, мы уже посмотрели, что они замечательные. Фух. У меня тут только сплошные всхлипывания сегодня будут. Вот так. Шикарно. Шикарнейший. Прям не мау. Сил моих нет. Так, следующее. Следующее у нас геометрия. Давайте геометрию забахаем, например. А, геометрию, кстати, прикольно. Какие-нибудь темненькие. Ну, давайте вот черненький возьмем. Ой, подождите, тут геометрия смешанная с какими-то. Гляньте, а коробочка-то не подходит под геометрию. Ха, посмотри-ка. Так, ну давайте начнем с вот этих тоненьких. Посмотрим, что они нам скажут. Ой, во что я влезла. Кусочек отсох.
Так. Этот лак, кстати, пожиже лучше забивается сюда. Класс! Все тоненькие полосочки перешли. Еще бы, конечно, я бы давила. Нормально. Вот этот вот клевый. Опс. Очень круто. Очень круто. Очень. Очень. Слов нет никаких. Давайте вот этот прикольный рисунок попробуем. Так, а фокус там у вас есть? А то я, блин, как всегда, всхлипываю. А вы там в телевизор прищуриваетесь. Опс. Шикарно, шикарно. Ой, боже. Блин, прям не знаю, что делать даже. Смотрю на некоторые пластинки. Рождаются идеи в больной голове. Дай бог мне их еще не забыть. Сильно сошкребла с серединки. Но, в принципе, это не критичный момент. Так. Очумительнейший. Божечки ж ты мои кошечки. Опс. Вот так. Это прелестнейший. Так, все, давайте следующую щупать. Кстати, вы видели уже у кого-нибудь тест этих пластин? Я вот не видела, мне было очень интересно знать, каковы они. А они очумительные. Так, подводный мир, конечно же, давайте синий мой добивать. Или он уже у нас тут совсем добился. Нет, наверное, он добился у нас уже сам. Давайте попробуем акву. Она, наверное, на бумаге будет светловато. Тогда зелененький возьмем. Вот зелененький, по-моему, у нас не косячный. И, кстати, раз уж мы взяли зелененький, давайте вот эти папоротники и попробуем. Кстати, за ногти. Когда мы с вами позавчера видео снимали, да? В общем, так я их и не стерла, уже отросло еще больше. Уже подумывала как раз стирать. А тут бамс, они мне просто трек-код никогда не дают. То есть как, они мне пишут, что если вам нужен будет трек-код, напишите. На, я все равно трек-кодами не пользуюсь, поэтому я не писала никуда. Поехал муж за какой-то посылкой, а ему эту выдали. А я даже не знаю, что там открываю. Тут биг-бенг, чуть не упала, короче, в обморок. Ой, не могу. Блин, какие они шикарные. Фух, фух, фух. Давайте вот этих ракушек чуть попробуем. Это просто прелестнейшие девчули. Ой, что-то я плохо сошкребла. Эти мне ягодки нравятся еще. Эй, ягода малина, нас с тобой манила. Манилов. Да-да, если вы понимаете, о чем я. Так. Шикарно, даже точечки в ней отошли, в смысле показаны. Сейчас не подниму, у меня все рухнет. Короче, мокрый рисунок, глубокий. Все, да что, я никак не дочищу этот штампик. Давай. Плохие какие-то эти попались. В прошлый раз точно такие же брала, а эти что-то не очень хорошие. Так, давайте вот этих гадов морских. Блин. Ну, прям не могу, нет у меня покоя. Ладно, давайте вот этот еще рисунок возьмем и байду. Кстати, он на кого-то похож. У кого я такой видела, а? Мюбар Претти, а?
Точно у кого-то такая чешуя есть, не могу вспомнить у кого. Шикарно, девочки, это шикарно. Так, вот она, следующая геометрия. Полная, полная пластина геометрии. Так, мы с вами еще в кадер влезаем, да? Так, давайте вот сюда я сейчас положу, чтобы сюда мы с вами влезали. Так, геометрию, конечно же, да, темным делать лучше. Да и экономнее, я извиняюсь. Так. Оп. Оп. Какой рисунок интересный. Ядрит, мадрит. Смотрите, у него точечки темные где-то есть, а где-то нет. Очень прикольно. Очень интересно. А ну-ка, вот это теперь. Какие интересные пластины. Мне так хотелось их вживую увидеть у кого-нибудь. Но я что-то их не видела, не находила. А теперь сама могу все пощупать. Так, блин, тут надо было параллельно. Фу, короче, по горизонтали скрести, а не по вертикали. Он две полоски не взяла. Ну да бог с ними. Ну тут такая стандартненькая геометрия. Ничего необычного. В принципе, по сути, все эти картинки лично у меня есть. Поэтому... Ай, блин, плохо нажала, не весь рисунок взяла. Давайте сейчас я по новой его мазну. Да, конечно, конечно. Сейчас, конечно, у Барпретий повыходило полно всяких новинок. Они еще кучу гивэвэев устроили, что сейчас бигбенгам бы поднажать. Может, что-нибудь выпустят с ног сшибательного, чтоб как-то покрыть барпрети. Так, что мы еще тут не попробовали такого, чтобы было интересно? Ладно, давайте вот это как будто сетки, колготки. Упс. Так-с. Ну и давайте вот эти треугольнички. А, или давайте вот эти полые рисунки возьмем. Упс. Ай, все не влезли. Ну ладно. Что поделаешь. Очень круто, очень. Короче, буду теперь следующий маникюр уже планировать с ними. Не знаю пока даже с какой, какая мне больше понравилась. Так, а ну-ка давайте чуть пониже. Так, рюшечки, 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 трандюшечки. Каким бы их цветом мы сделали бы? О, давайте сиреневым. Или розовым. Да, можно розовым, а можно сиреневым. Просто я беспокоюсь, что розового не будет видно. Так. Что бы хапануть? Давайте вот эту наискосок попробуем. Очень интересная. Угу. Клевая. Потом вот эти какие-то колготки пожмаканные прикольно выглядят. Да, они очень классно выглядят. Видно вам что? Ну ничего, я вам сейчас еще влезу показывать, как лак блестит. Так, потом мне вот этот еще понравился. Какой-то сухой кусочек к нам попал. Ну давай, сухой кусочек.
Так, очень классная сеточка. Интересно выглядит. Блин. Все, не знаю, что мне делать. Появилась некоторая идея, чтоб мне ее не забыть. Ой. Так, ой, классный рисунок, конечно, вообще. Правда, мундятина немножко пытается мне закосячить сейчас, но ничего. И вот этот рисунок очень интересно выглядит. Очень интересный. Прям не могу. Удержу, мне нету. И что еще, давайте попробуем. Давайте вот этот. Кстати, да, он как-то так выглядит интересненько. Так. Эх, таки испачкала пластмасску. Ну да ладно. О, красотища, девчули, рисунок шикарный. А ну-ка, сейчас я уберу. Уберусь. Смотрите, как блестит. Как блестит, это значит гравировка хорошая. Если лака туда много толкается. Очуметь. Так, делаем перверты с вами. И... Так, где тут краешек? Продолжаем наш разговорчик. Теперь давайте с этой стороны. А, нет, с этой же неудобно. Ладно, пусть тут лежат. Так, давайте смотреть котиков. Котики, котики. Там-та-та-та-та-та. Так, а котиков давайте смотреть рыженьким лаком. То с оранжевым. Так. Вот оранжевый, кстати, хорошо сохранился. Радует. Я его не разбавляла, по-моему. Он сам вот так. Ни на фракции не разделился, ни за густ, ничего с ним не стало. Вот он сохранился хорошо. Все б так. Какие мелкие всякие штучки у собачек, видите? Носики, перегородки, эти переносицы. Все отлично работает. Чумительно. Так, давайте вот этих котиков попробуем. Опс. Ой, милашки. Так. Это мне еще нравятся вот эти лапки. Что-то у меня оранжевый, что ли, заканчивается. Посмотрите-ка, какой популярный у нас цвет оказался. Даже вот не знаю. Вроде можно бы, конечно, оранжевый барпрети взять, но он, вроде говорят, не очень. Вот оранжевый, желтый. Они такие цвета специфические. Так. И что еще попробую? А, можно, кстати, лапки попробовать. Я на них уже влезла. И лапки прикольные. Сейчас возьмем с вами. Вот эти, наверное, 4 влезут к нам. Или давайте вот так наверх и захватим вот этого рыжего котика спящего. То есть, уа-а! Рыжим он, конечно же, стал благодаря нам. Опс, лапки и котик. Ну, милашество же, а? Так. Дальше.
нас? А, единороги, ей, мэджик. Так, для мэджика мы какой возьмем цвет с вами? А, давайте-ка, девчули, давайте-ка. О, давайте вот этот возьмем. Мы его, по-моему, ни разу не брали. Ну, или брали, но я не помню. Сейчас заодно проверим, косячный он или нет. Так. Ну да, косячноват. Есть у него немножко. Орешок за ним стоит. Так. А ну-ка, мне интересно, кстати, получится ли нам сейчас вот этими говнолаками сделать градиентик. Опс. Да, градиенту быть. Видать вам что? Так, вроде видать. Сейчас, подождите-ка. Мне надо прочистить штамп. Ну, с этой липучкой что-то она какая-то не очень. Так-с. Дальше. Опс, аккуратно. Аккуратно, голубушка. Что возьмем, попробуем. Давайте вот это. Видите, он как-то поделился. Я его мешала, но он очень быстро оседает. Ага, немножко вот белая какая-то фракция, то есть рог отлично перенесся, но из-за этих фракций получилось твою что мать. Ну ничего. Зато все равно видно все, что скрыто. Показать. Тьфу, ты пластмасску загомачила. Твою что мать. Отлично. Тоненькие все эти черточки. Смотрите, как круто. Так, давайте розовенькие сейчас вот эти звездочки возьмем. Нет, не возьмем. Говнолак нам все закосячил. Так, все, нахрен такие говнолаки. Сейчас я вам нормальным сделаю. У нас он оранжевый проверенный, и нечего вот это вот выделываться. Кстати, почему-то не люблю сошкребать лак с пластины на себя. Как-то мне неудобно. Так-с. И еще чего-нибудь давайте попробуем. О, давайте вот это вот сверху попробуем. Опс. Смотрите, какие милашки. Видно вам? Ой, ну пупсики же. Так-с. И... последний, но не по значимости, та-дам-там-та-дам, морской. Так, а для морского возьмем, наверное, зеленый. Вот он у нас точно работает. Давайте возьмем русалку. Очень интересно. Так, потом вот эти пальмы мне еще нравятся. О, блин, загомачили середину. Да что ты будешь делать с этими мундятинами, а? Просто надо, наверное, взять и во все мундятины позаливать разбавитель. Но это просто невозможно.
также соберешься делать маникюр. Пока найдешь, чтобы все работало, чокнись. Тё, тут типа как акула у них плывет. Ёк-макарёк, видно вам? Очуметь не стать. Так, давайте ноги. Так, одну ногу я плохо нажала. Вообще пластина ничего, но я такие не очень люблю, потому что не знаю даже почему. Может, потому что у меня все эти рисунки есть на подобных. Ну вот просто мелкие, когда картинки, я их не очень люблю. А тут так мало больших. Получается, что пластинка не по мою душу. Не, но все равно это же как бы коллекция, ничего себе. Все равно она мне нравится, но я люблю, когда все с большими картинками. Вот так. Классная водоросль, кстати. И волна клевая, и серфер там, и дельфинчики. Хорошо, вообще симпатично. Давайте вот эти, наверное, в мороженке возьмем. Коктейльчики. И байдух. Оп. У нас тут не попало. А, все, она уже высохла, рюмочка. Вот так. Вот такой у нас сегодня с вами был обзорчик, девчули, на эту коллекцию наимилейших пластин, шикарнейших, работающих. Вот однозначно все шикарные. Мне понравились очень. По качеству, конечно, супер. Биг Бен жжет. Угу. Все. Всем спасибо большое за просмотр. Хорошего дня, отличного настроения и пока-пока.